Зниження ціни на газ та списання боргів для малозабезпечених сімей. В опозиційній платформі «За життя» підготували два законопроекти, спрямовані на врегулювання тарифів за комунальні послуги. На розгляд Верховної Ради 9-го скликання політсила вноситиме їх першочергово. Про це заявив співголова опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. На його думку, вирішення саме цих питань має стати пріоритетом для новообраного парламенту. Это необходимо сделать, снижение тарифов, потому что вот драконовские тарифы, они привели к сумасшедшей задолженности, нехватке субсидий, посадили всю страну на субсидии. И, кстати, вот один из законов, два, которые мы вносим, первоочередными, это снижение стоимости газа на базе экономических расчетов и списание задолженности тем, кто не мог платить за эти драконовские тарифы и был лишен субсидий. И вот эти вопросы, они являются очень важными для людей. Сегодняшняя власть должна это понять и идти по этому пути. Потому что пагубность действий предыдущего правительства, уходящего правительства, она очевидна. И она привела и к задолженности, и к нищете людей, к бедности. Вот это будем устранять.